Привет всем-всем, друзья! Доброе утро всем! Рано встала сегодня. Пока все спят, решила выйти на территорию. А я каждое утро выхожу рано-рано-рано. Знаете, обзор такой делаю. И вот сегодня, сейчас вышла, вот вы знаете, на глазах растет вот эта вот фасоль. Ее столько много. И она вот... Вот реально, вот только я смотрела, не было буквально когда, позавчера. Вчера я как-то не выходила. А сейчас ее столько много висит. Вот вообще подряд, подряд, подряд. Вот это вот надо все срезать. Я ее, кстати, этот раз пожарила. Как это было вкусно, вы не представляете. Ну, наверное, представляете. Было очень вкусно. Поэтому вон ее сколько, и вот это вот все теперь надо мне. А вот что значит тень, да? Вот здесь вот как-то больше тени, и ее здесь нет. А вот здесь вот, конечно, солнышко прям хватает, прихватает. И полно. О, все мои орлы собрались. Саша не поставил еще эту... Не покрасил. Вышел из отпуска на работу. Некогда. Не покрасил. Этот. Геранька. Та тоже цвет набирает. Вот он цвет. Скоро зацветет. Тоже здесь красивая будет геранька. Это второй выкинула бутончик. Кисточку. Классно. Ну и ладно. Ой, я вчера на своих, это, утром на своих баклажанчиках, они же у меня прям богатыри, прямо такие здоровенные, красивенные. Вчера смотрю, паутинный клещ на крайнем. Я не пойму, почему крайний баклажанчик, ну, болеет, вот болеет он. А когда присмотрелась, паутинный клещ на нем. Ё-моё, жалко, и на вот этот уже перешел. Вчера Саше говорю, Саш, так и так. Ну вот он вечером, вчера на ночь все это обработал. Поэтому ничего, все нормально будет, все хорошо будет. Сейчас обойдем перчик, посмотрим. Перчик он не обрабатывал. Перчик вроде пока неплохо. Может и обрабатывал, не знаю. Перчика так много. Прямо много-много. Дочь прополола, все такая грядочка получилась хорошенькая. Вон перчик, 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 прям уже до большой, некоторый прямо такой. Он, я же говорю, весь разный. И надо просто мне сейчас дождаться, чтобы он, конечно, весь вызрел. Потому что здесь есть и оранжевый, и всякие, короче, покупали есть, не знаю, какой будет. Ну, покупали всякие, и оранжевый перчик, и там, и такой. Ну, вот теперь посмотрим, какой получится. Поэтому, хочешь не хочешь, надо ждать, чтобы он вызрел. А вот малиновое дерево. Еще совсем маленькое, а цвет-то вот он набрало. Оно, деревце-то наше. И здесь, везде. Надо подвязывать его получше, чтобы если... Монь, ну что ты опять ешь? Вот как выйдет на территорию? Нет, ей надо что-то жевать. Монь, ты что, голодная, что ли? Моня. А потом ее тошнит, видите ли. Надо еще одно колечко поставить здесь, чтобы это... А он даже отросток прям дал. Ну, посмотрим. Я понятия не имею, что это за малиновое дерево, и как оно растет, и что из него будет. Ну, говорят, что крупная малина. Во всяком случае... Олеся не обманет. Ой, здесь так проходить трудно под этими ветками. Олеся не обманет. А у Олеси, у свати, у Олесиной мамы есть это дерево. И она говорит, прямо высокое, такое высокое растет. Здорово. Он тоже уже что-то психует. В этом году у нас можжевельник так пошел. То прям маленький такой был. А сейчас прям, смотрите, какой высокий, прям насколько выше домика. Прямо классно. Ага, малинку не собирали. Вчера не собирали. А сколько много надо. На
надо уже привлекать. Видите, маленькая какая, да, она такая крупная. Вот, вот точно картинки такие вот есть, когда рекламируют малинку. Вот такая вот крупная малина. И она, насколько она вкусная. Вот даже вы, друзья, даже не представляете, вот насколько она вкусная. Мы всегда говорим, дай Бог здоровья это сыну с невесткой. Они нам сразу столько много ее дали, что мы сразу засадили участок. Ой, много так ее. Но это только начальное. А этот раз разговаривали с невесткой, она говорит: ой, слушайте, а у нас еще на этом сорте ни одной малининки нет. У нее два сорта этой такой малины. Ну, вот это полана. Вот, смотрите, сколько завязи. Много. У нее сорт полана. А вот это сорт полана, у нее еще бабье лето. И она говорит, бабье лето это цветет, а этой нету еще. О, цветочек, это что, ветром? Наверное, ветром. Он не поломанный, он просто наклонился. Надо Олечке сказать, чтобы подвязала. Ну ничего, он расцвел. Откуда его такой принесло? Ну симпатичный цветочек. Надо это, надо подвязать. Аж вон корешки вывернулись. Ну, не поломаны ничего. Ну и вот. Сегодня так, вообще вот эти все дни так прохладно. Вот настолько прохладно, вообще рассказать даже не могу. Саша брызгалку вчера ставил. А вообще вот эти все дни ветер, холодно как-то вообще. Совсем не то. Олечка порядок в розарии навела. И все отцветшие розы, которые вот отцвели, обрезала. И вон только бутончики начинаются опять. Второе цветение будет. Ну вот. Петухи-то, петушки, которые посадила, они даже и не думают, они даже и не думали привять или что-то такое в этом роде. У Олечки рука такая, она палку воткнет. И она зацветет, у нее эта палка. Ну и вот. А вот этот-то вот мы прям больной-прибольной. Мы почему их палочками огородили, чтобы кошаки не замяли. Вот это будет голубая хоста. А она еще и цвет набрала. Все, значит, уже очухалась. И вон детеныш появился. Ну и хорошо. Ой, я большие кусты смотрела этой хосты. До того красивая хоста. Вот прям. А вот это вот, она просто ободочек белый будет. Белый ободок. Но вот это как-то тяжелее переносит. Вот эту пересадку. Но все равно вот молоденькие листики пошли уже. Поэтому дело будет. Ну вот так. Давно я что-то не ходила с вами, да недавно, дня два или три назад. А вот эти дни все некогда. Олечка все плетет эти свои корзинки. Глеб уже ворчит на нее. Да Глеб ворчит то, что он в бассейн стоит без дела. Он не купается. Холодно, реально холодно. Ветер как осенний. Поэтому... Вон поставили вот эту травку около Бонечки. И она постоянно, сейчас ей Глеб поливает эту травку. Она подходит, кушает ее, да благодать. Пускай кушает на здоровье и оздоравливается. А эти все себе найдут травку. Эти бархатцы так зацвели классно. Вот все-таки я понимаю, что вот в этих горшках вот эти бархатцы это самое оно. Классно так стоят такие букетики. Вот эти вот горшки, мы переехали в этот дом. И вот эти горшки мы сразу взяли. Вот им уже, считай, почти по 9 лет. Собственно, они уже, ну как, сгорели. Мы их уже аккуратно-аккуратно переносим. Потому что Боня, фу, нельзя. Сейчас хайвай поднимет. И они, собственно, вот знаете, аккуратненько переносим, потому что боимся, что они поломаются. Они сгорели уже. И Оля говорит, сейчас вот как сезон закончится, и я, говорит, их просто-напросто возьму и оплету. И дадим им вторую жизнь. Вот и все. И будут у нас еще они сколько лет потом служить, только будут в более красивом виде. Ну вот, вот даже уже это лопнуло. Видите, трещинка.
Потому что действительно солнышко очень жестоко светит и сгорает все. Ну вот. А здесь у нас что? А здесь у нас тоже красота. Олечка в этом году палисадничек вот этот сделала. Да так красиво, умничка. Вот так, прыг и нету его. Здесь есть все. По чуть-чуть. И прям вот красота реально. Надо вишенку собрать. Уже аж веточки наклонились, поспела она. Ну вот и все. Все, друзья. Всем-всем-всем добра. Всем-всем-всем пока. И всем вам удачного дня. Всех любим, целуем, обнимаем.